Господа велосипедисты, я вас приветствую. У нас на обзоре BMC Road Machine на навесном оборудовании Shimano Ultegra D2 электронная трансмиссия, которая переключается при помощи вот этих кнопок на дуалах. Фирма производится в Швейцарии. Аббревиатура как BMW, то же самое и BMC. Bicycle Manufacturing Company. У нас тут установлено колеса DT Swiss, карбоновые топовые колеса. Очень легкий велосипед для тех, кто любит все по фэншую. То тут также установлено такой мультитул, который в свою очередь установлен на флягодержателе S-Works. Вот. Размер данного велосипеда 58, подойдет для высоких людей ростом примерно от 190+. У нас тут имеется датчик каденса и скорости. Эти все плюшки, они не входят в комплект, но вы также их можете приобрести по дополнительной стоимости. Вы можете заметить, что тут покрышки идут разного цвета. Не переживайте, это одна и та же покрышка, одна и та же модель. Просто задняя покрышка, она не сильно еще израсходована была. Передняя, мы ее поменяли. Вот. Покрышки стоят Vittoria Corsa Control, размер 700x28. Также вы можете заметить, что на этом велосипеде нет ни одной проводки. Все у нас тут скрыто, скрыто в раму, скрыто в вынос. Вот так вот это все красиво выглядит. Вынос такой тоже по фэншую, BMC вынос. Крепление для велокомпьютера Wahoo. И вот так это все очень красиво выглядит. Ничего не торчит. Вес данного велосипеда составляет порядка 8 килограмм. Вы можете также заметить, что надпись BMC у нас снизу, на нижней раме. Здесь она написана серым таким цветом. С обратной же стороны она написана красным цветом. Вот. А у нас тут установлены калиперы Shimano Ultegra с таким вот радиатором мощным и лепесточки на самом тормозном диске для охлаждения тормозного диска и колодки. Вот. Все профессионально, все на высшем уровне. Если вам понравился данный велосипед, вы можете написать нам на Авито-аккаунт. Ссылка на наш Авито-аккаунт находится в описании или в закрепленном комментарии под видео. Также мы вам сможем подобрать велосипед под ваш бюджет и рост, и индивидуальные ваши настройки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Тарзан из ТикТока.